Очень важно вовремя у ребенка начать развивать хватательный рефлекс. Он поможет потом в жизни при падениях и так далее, ну, при определенных ситуациях. Как мы это делаем? Обычно мама, волнуясь за ребенка, берет его нежно, вот так, там, к себе. Чтобы развивался хватательный рефлекс, целуем два пальчика, страхуем ладошечки и тянем, как бы давая ему немножко держаться, но подстраховывая. И к себе. Обычно ему очень это нравится. Да? И можно, не поднимая, просто по нескольку раз. Раз. Видите? Раз. 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 Если уже вы чувствуете, что ребенок держится хорошо, все равно с подстраховочкой подняли ребеночка. Мы страхуем.